Сегодня мы открываем замечательную выставку в зале Министерства внутренних дел Российской Федерации, в зале студии художников имени Верещагина МВД России, выставку Сергея Николаевича Андреяки. Для нас это большое событие и необыкновенный праздник. Выставка называется «Моя Россия». Она посвящена старым русским городам, истории нашей страны, культуре нашей страны. Мы показываем все многообразие красоты нашей земли в этих картинах. Очень рады этому совместному проекту с школой акварели Андреяки. И надеемся на то, что мы продолжим сотрудничество, что МВД продолжит сотрудничество, и студия художника Верещагина МВД России продолжит сотрудничество со школой акварели. Здесь прошла сегодня необыкновенная творческая встреча, за что мы очень благодарны Сергею Николаевичу. Было очень интересно. И среди наших зрителей и гостей были студенты университета МВД России, что для нас тоже очень важно. Для нас очень интересным и необыкновенно важным кажется то, что мы показываем с одной стороны произведение искусства, с другой стороны мы открываем какие-то страницы не только истории и культуры, но страницы и чувствования. И таким образом мы развиваем вот эту вот духовную, культурную составляющую. Этот зал будет открыт во время работы выставки, она продлится до 8 сентября 2015 года. Зал будет открыт не только для сотрудников МВД, а он будет открыт для всех желающих посетить эту выставку. И для нас это тоже очень важно, потому что обычно в этих залах проводятся занятия и работа непосредственно с сотрудниками. И в этот раз мы открыты для всех. Конечно же, показываем мы эти работы с гордостью, каким-то благоговением, восторгом, и будем проводить различные творческие встречи и мероприятия, на которых рассказывать и об истории акварели, и о замечательном художнике 20-21 века Сергея Николаевича Андреяки, который вписал в свои страницы в истории акварели, об истории акварели, об истории культуры, об истории нашей страны. И все это будет происходить в нашем зале, чем мы очень гордимся. Спасибо.